Как люди в черном синхронно прям разговаривают. Что нам ФБР сейчас будет делать? Не знаю, меня забирают. Только тебя? Да. Да я фрап сначала ничего не волнует. Ну кто жопу мыль? Я просто хочу типа это... Ну типа посмотри, что они задумали там, РП снять или что они там хотят сделать после типа. Оооо, пщину на РПшники. Ну я тебе говорю, все. Взяли, без РП взяли. Короче, пиздец. Прощай. Говорю, кто на жопу мыли. Я не знаю, что они сейчас узнают. Лидер стоит. Лёха, спаси, пожалуйста. Я бы, конечно, и с ними можем пободаться, но у меня есть там пару очень хороших и влиятельных людей. Это заместители, да, сейчас, по-моему? Подъехал. Да. Не, типа... Влад. Да. Хочешь битбок зачитаю? Зеры, меня, бля, ФБР забрали, блядь. В смысле, тебя ФБР забрали? Обычно, короче. Они его арестовали. Не арестовали, что сейчас делать будут. Короче, Серый, делай ник японский себе. И, короче, если меня сейчас снимают, идем в Яки, и мы все-таки реализуем то, что хотели именно в Яках. А, допрос! О, еба! А зачем сейчас я подойду? А я не знаю! Дебил. Скриншот. Хочешь, я битбок зачитаю? Скриншот. Меня оскорбили, дебил. Давай битбокс. Хочешь, я битбокс зачитаю? Да, давай, может, почти. Хороший битбокс. Ой, не то. Во. Так. Ну, короче, ты понял. Могу вот этого. Ой.
Скину, что за предложение? Владислав. Да подожди, стой, я хочу угорать просто над этим пидорасом. О, Луня стримит. Пожилой крокожук. А, пожилой крокожук играет. Сейчас приду. Серый, заняться нечем. Достает из кармана пакет с патронами, кладет его на стол, говоря. Вам знакома эта вещь? Говори нет. Говорю, типа, это ваша. На двери была небольшая щелка. Просто, типа, они... Я знаю ФБР, я был там, я знаю, как это все работает, и... Они просто они не умеют, это не ФБР, это нон-РП. Типа, ну что я хочу посмотреть, что будет. Они патроны, типа, именно... Ой, дураки, вот легче мне, честно, сейчас офнуться. Ну, именно если они меня сейчас снимут, да? За щелку, щелкану, закрыл дверь. Если ты можешь спокойно снимут... репорт потом администрации пожаловаться. Да, Влад, тупо в офисе и скажи это. Я в репорт написал, следите за РП-процессом. И что такой тест скажет? Желаем приятной игры на сервере Arizona. Это нормальная атрибутика администрации. А, кстати говоря, если они тебя сейчас снимут по РП, они тебе должны бан дать. Не-не. Так, щ... Господи, за то, что патроны, они меня хотят снять, блядь. Ну, это так лахочно просто. Я угораю. Отлично, я бы мог закрыть на это глаза, но после агента Сантасяна должен мне о том, что у вас... Что у меня обнаружили боеприпасы в особом большом... Ничего, что они на НРП сейчас. Не, мне интересно, где они обнаружили. Потому что у меня в машине вообще патрон нет. Вообще нет.
То же самое. А с собой ты не таскаешь при обыске? Нет, я, у меня вообще их нету патронов. Типа. А ты напиши, какие патроны, вы о чем говорите? Если ты мне их вообще их поменял. Я дали их агенту при. Но тогда я отдал. Типа, ну, тогда это были патроны, да. Я, короче, у Такеру Аниши. Он, короче, говорит, у меня патроны, типа, я вспомнил, что этот, ну, типа. Я хотел бы. Мы сейчас Такеру. Вы, короче, сейчас подождите, я хочу посмотреть, что будет. Да, у меня вопрос. Стикер с ней это сливает. Кто? Макс, что такое там еще? Я, похоже, видел Кеншу, но, возможно, проехал с ФБРовцами. Минаев, ты тут? Нет, не тут. Да, здесь я. Тебя подлагиваешь у меня. Сейчас, погоди секунду. Попробуем сказать. Вечер добрый. Ты видишь, Камаси? Да здесь я, Брайан. Стоп.
Я вот одно не пойму, вот 536, вот и какая ему разница, что в ПД уйдешь, что не в ПД уйдешь? Да он дебил, это же армия дебилов, там все такие. Один-то вообще матом орёт. Блин, мне надо Камеку позвонить, сука, где он есть? Блядь! Сука, быстрее, нахуй, где Дискорд, блядь? Быстрее! Подожди. Тека. Что такое? Чаще, нахуй, пизда. Ща. Если они сейчас снимут и, блядь, меня сольют. Пизда. Влад, ну чё там? Блядь, короче, я сейчас тебе не могу сказать, кому я, блядь, звоню. Кому я сейчас пишу, блядь, потому я позже скажу это всё. Тебе чё, типа, сейчас это? Спасибо. Да, блядь, время тяну специальное. Сейчас эти соберутся и пизда этим ФБРовцам будет. Ну, я так думаю. Кто эти? Те самые, которые стучит кулаком по столу, после чего наклоняется Кенши и начинает смотреть ему в глаза. Вы пришли мне сюда шутить? Что, блядь? Я сейчас пишу. Подожди, я не... кого ты собираешь? Я не клоун. Приветствую. Подожди, я знаю, кого ты собираешь. Да. А кого? Чё случилось? Типа с Аризон? Ух, здорово. Короче, знаешь, понял, я такой этот бедландский акцент включил, понял, вот этот зашмот поясника. И он мне пишет, вы пришли сюда не шутки со мной шутить, что-то. Ну, что-то такое про шутки, я говорю, типа, я не клоун, чтобы шутить шуток. Я заместитель шефа из ФПД. Вы меня клоуном обозвали, типа. Так, а что я хотел еще? А кого ты вызвал? Сейчас, если они приедут, увидишь. Сука, вряд ли, подожди.
Гет это вызвал? Алексиса 100%. Все, строй у нас? Да нет. Просто только вошел. Кто со мной на патруль? Кто патруль? Чем сейчас занимаемся? Мы патруль. Только начали? Нет. А, жалко. Уже долго прям уже патрулируем. Так скучно, и патруль бы с кем пойти. Зевс, пойдешь патруль? Нет. Хорошо. Кто машину оставил на проезжей? За ним? Что? Он летает. Где этот бич? Вот он. Он оффнулся. Так, что теперь? О, СРПД, можно сказать, уже мертв, да, будет? Ну да, если не с ним. Если тебя выберут. Меня не выберут, меня сейчас снимут. А за что тебя снимают? Не знаю, хочешь в этот ФБР приедь посмотреть? Хотя не надо тебя уволить сразу же, тут же. Ты записываешь? Кенши, может повысишь меня, пока тебя не сняли к хуям? Всем в пятницу. Не хочешь? Не помню, да, не кстати, давай всех повысишь так. Давай смерти. Я не хочу, чтобы меня в ЧС бросили. Сейчас, короче, тебя повышают, ты всех повышаешь. Ой, тебя снимают, ты всех повышаешь. Ой, короче, ты понял. Всех же вроде повышают в среду и пятницу. У всех повышение в пятницу.
такое вообще? Ну что, не приехали? Пол пойдет. Серый, тебе... тебе похуй на ранг? Бери Минато, короче. Сейчас один... Мы съедем. Бери... Минато, короче, сейчас меня по РП за это. Чего Минато творит? В маске надели и ФБР едем. Давай в маске, я одел маску. Да вы нахуя, вы не надо, блядь, я не хочу, чтобы вас еще увольнять. Он только говорит, будьте готовы стрелять. Хорошо. Погнали. Бля, Минато. Ладно, мы что, тебя будем сейчас это? Да-да-да. Короче, вы должны в офис ФБР прокраситься, оглушить всех по РП, все делать прям по РП. Всех оглушить полностью. Алло, вы кого решили убивать? Никого, никого. Все должны делать. ФБРовцев мы сейчас будем... Ну что, идиоты, вас сейчас тупо... Вас тупо забанят. Да насрать. Это нон-РП, идиоты. Диму вот всех сделать, да и сделают вас и все. Вот именно. Вы что, идиоты? Вы просто не можете по РП этого сделать. Не, типа проникнуть в ФБР они могут. Ясно, а мне сейчас маска есть? Да. Ага, просто мне тут не написано справа. Погнали. Он пошутил, чё, дурак, стой на месте. А, я жду. Второй раз хочешь завтра день уволиться? Да не, шибко охот, в принципе. Не, вы чё роботе, вы расстреливать и хотите? Как бы не очень красиво то, что с ним. Да не надо, не надо, скажи Минато, что не надо. Минато, отбой! Да я хочу, а его нету. Влад. А? Ты сейчас где? А ты кто? Ну, Якудза уже хотела за тобой. Серьезно? Да. Ты подожди, ты кто? Я Хитоши, ну так тогда. Ну, ну, вот именно я надо, чтобы там... Я хочу, потому что, смотри, если меня снимут, я хотел, чтобы вы меня где-нибудь перехватили, да, по дороге. И меня забрали, мы уехали. Все. Видишь как? А, ну ладно, тогда пусть я СФПД защищает. Что-то дофига уже ниша развелась. Привет всем. Вообще, Влад, что ты своей фомой налево и направо разбрасываешься? Чем? Блин, я из-за вас, я не понял, что я хотел сказать. А, кстати, тебя ФСБшники просто так не могут снять. Они должны все это согласовывать с правительством. Именно с губернатором все это происходит. Ладно, я, пожалуй, войду, у вас какое-то мясо. Mm-hmm.
Зевс, ты чё? Чё, я жду. Кто-то бежит. Где бежит? По мини-карте смотри. Вызывай сотрудника, код 3. Маску снимите, заедьте. Маску. Как снять? Маску. Всё. Я её снял? Да. Так, что дальше? Одевай маску. Чё ты хочешь? Но даже нет масок. Я сейчас быстренько. Сегодня мы опять хотят. Я понятно, почему я должен каждый раз при входе подтверждать этот рейд? Тебя снимают, Влад? Подожди, я сейчас попытаюсь как-нибудь от этого... Никто не снимет. Тем более это бред, если его снимут. Они такие люди. Просто ФБР для отчета надо и все. Зевс, вы где? В участке. В нашем? В нашем. А, вы вернулись уже. Он нам сказал, едем в участок. Ладно. Что они сделали? Да, не собрались, блядь. Если тебя сейчас снимут, то тебя кинут в ЧС, да? Ну, я не знаю, блядь. Типа в ван... И кто будет за старшего теперь у нас? Завербовать? Ты чё переоделся? Они к себе его хотят просто забрать. Из СФПД забрать ФБР. Я даже знаю, что он им ответит. Не, подождите, стойте. Чё, подожди, нормализовалось вроде как бы, но я не
понимаю, что происходит именно. Типа он тоже переделал. Да это из-за того, что типа они Даню слили, короче, Макфлай Даниэлу. Они ее слили, и теперь поняли то, что я на ее стороне, и они должны еще и меня устранить. Потому что я еще на лидерку СФПД хотел. Ну они сейчас сделают. Уважаемый сотрудник, минуточка внимания, спасибо за внимание. Че, нам ехать к ФБР или нет? Нет, не надо, отбой. Не надо. Состав стоит, идет указаний. Может быть, вот, ну, машина будет сидеть. Парни. Я в машине. Вдруг что скажет здесь? Какая операция была? Забей. По спасению Кенши. Короче, что придумал, сделал. Что придумал? Сейчас, если они меня выведут и ничего не будет, я фрапс отключаю, короче, и это сделал. Еще и заскринил, это, блядь. Сука, тупо из РП. Ну, все же все снимут, значит. Капец, открыть дверь. ПРП? Ой, отыграть все жду. Достал с поиска ключ-карту, проводит ее по двери и открывает. Это так со мной они РПшат. А так бы с другими просто выгнали. Да. Они без РП что бы делали. Снимал, просто взял, снял. Он сказал, типа, все это увал. А и все, я просто направился к выходу. Просто иду к выходу и все. Блин, почему они? Блин, они со мной вышли. Ладно, позже сделаю это. Мне тебя забрать? Подожди. Нет, прям стою. О,